какое место в вашей жизни занимают шахматы? Ну, мне было всегда интересно наблюдать за теми людьми, которые играют в шахматы. Это, в общем, всегда выдающиеся, гениальные люди, а всегда неординарные личности, они меня привлекают. В общем, хотя я сам не играю в шахматы, но меня всегда очень волнует какая-то драматическая канва, которая вокруг шахмат всегда возникает. Читаю ли я репортаж, смотрю ли я партию, слушаю ли я интересного комментатора. Мне кажется, это всегда очень драматично. Это где-то между высоким искусством и спортом. И поэтому это очень интересно. Очень интересная игра. Сказать, чтобы она у меня очень такое большое место занимала, я не могу. Ну, часы досуга частенько с товарищами играем. Нравятся они мне. В них можно проявить импровизацию какую-то, импровизировать, вложить какой-то замысел в свою, так сказать, партию и довести до конца ее. Вот и так. Победить. И победить, если сумеешь, конечно. Ну, это как болезнь. Сам не играю в шахматы, но есть что-то, что привлекает. Какое место в вашей жизни занимают шахматы? Не из последних, потому что в них играет Михаил Таль. Здравствуйте, товарищи. 30 лет тому назад, в течение буквально нескольких недель, Михаил Таль стал любимцем шахматистов не только нашей страны, а, пожалуй, всего мира. Он мастер, 22-летний. Известный очень узкому кругу специалистов, сумел блестяще опередить когорту сильнейших советских гроссмейстеров, стать чемпионом Советского Союза, а самое главное – продемонстрировать абсолютно новый стиль игры, абсолютно новое восприятие шахматного искусства. Еще через 2 года он самый молодой на то время в истории чемпион мира. А сейчас, 30 лет спустя, Михаил Таль вновь стал чемпионом мира, правда, уже по молниеносной шахматной игре. Сегодня у нас с вами в концертной студии Останкино в гостях экс-чемпион мира Михаил Таль. Дорогие друзья, мне очень приятно встретиться с вами сегодня здесь. В прошлом году этот зал был на пару дней отдан на откуп шахматистам, и тем приятнее продолжение такой шахматно-телевизионной традиции. Ну, когда я шел сюда, меня предупредили, что вот я сейчас выйду на сцену и должен произнести нечто типа тронной речи. Вот что это такое, я не знаю. Ну, шахматист любит играть белыми, а разговаривать белыми, как правило, достаточно сложно. Я уже взял себе за правило вот в такого рода встречах играть черными. Сейчас шахматная жизнь планеты очень интенсивна. Одно интересное соревнование сменяется другим. Очень много интересного вообще в шахматном мире, вокруг шахматного мира. И я думаю, что у каждого будет в запасе 1-2 интересных, каверзных, острых вопроса. Жду ваших ходов. Спасибо. Как вы относитесь к афоризму? Есть 2 точки зрения. Моя и неправильная. Совсем недавно на международном шахматном турнире в Брюсселе произошел очень любопытный шахматный случай. В турнире играл московский гроссмейстер, один из наших очень талантливых молодых шахматистов, Андрей Соколов. Шахматист, который обладает, так сказать, вот этим качеством, принципиальностью в очень большой степени. И иногда эта принципиальность, правда, переходит, ну, в русский язык богат на синонимы, так сказать, принципиальность, упрямство, прямолинейность. Это все зависит уже от эмоциональной окраски. Так вот, в середине турнира мне удалось поймать, ну, есть такое шахматное, немножко жаргонное выражение, на один дебютный вариант. Вариант был подготовлен заранее,
Причем в партиях Андрей это уже встречалось раньше, и можно было быть совершенно уверен, что Соколов будет, так сказать, последовательно отстаивать свою точку зрения. Жертву фигуры возможности, которые я знал, а Андрей, так сказать, знал или нет, неизвестно. Может быть, он ее недооценил. Как бы то ни было, эту партию мне удалось выиграть. И горячие журналистские, да и не только журналистские, шахматные головы, так сказать, головы экспертов, решили поставить крест. Все, вариант списан, его можно сдавать в архив. Таль сумел опровергнуть каталонское начало за черных. Через день Соколов играет с Белявским. Через 15 минут на доске все та же знакомая позиция. Белявский подолгу задумывался над каждым ходом, проверяя, перепроверяя варианты. Очень долго думал, в конце концов пошел по тому же пути. И вот на 19-м ходу, где-то в районе 19-го хода, Соколов применяет новое продолжение. Вы понимаете, это настоящее спортивное, или даже больше не совсем спортивное, творческое принципиальность. И вот благодаря такой творческой принципиальности, так сказать, шахматы продвигаются вперед, появляются новые идеи. Только, так сказать, методом проб и ошибок они появляются. Это одно. А иногда бывает апломб. Человек, так сказать, большой специалист в своей области, большой специалист в ряде областей, но человек, считающий себя, так сказать, абсолютно непогрешимым. Таких людей много, это очень симпатичные, очень интересные люди, но вот с несколько гипертрофированным чувством. Да, надо уметь отстаивать свои позиции, но до тех пор, пока ты сам не убедишься в том, что существует, ну, по меньшей мере, 3 точки зрения. Старший научный сотрудник, Москва, Калугин. В 61-м году вы нас расстроили достаточно сильно. И вот сейчас хотелось бы услышать, вы уже достаточно остыли с того момента, когда проиграли матч. Все-таки как вот вы расцениваете ваше крупное поражение в матче «Реванш»? Ну, я, пожалуй, не только остыл, я уж скорее подмерз немножко с того времени. Сказать, если соблюдать хронологическую версию. Ну, а кроме того, это мое поражение было не совсем первым и, слава богу, далеко не последним. Что же касается причин моего поражения против Михаила Моисеевича Ботвинника, ну, на эту тему очень много писали. Мне тоже было неудобно, я тоже занимался журналистикой. И вот я тоже нашел две причины очень, насколько они серьезные, судить вам, две серьезных очень причины, по которые явились источником, что ли, моего поражения. Ну, первая такая. Мой тренер, заслуженный тренер СССР, Александр Нафтальевич Коблинц, он не только шахматный мастер, сказать, большой знаток шахмат, психолог, мой очень хороший друг, но он еще по совместительству певец. Занимался бельканто Виталий, у него лирический тенор, да, в отличие от Смыслова. И вот во время первого матча всегда, так сказать, там перед каждой партией, значит, мы сидели в гостинице «Москва» в номере, и он пел неаполитанские песни, арии из итальянских опер, пел очень красиво, а этажом ниже жил Ботвинник. Все слышал. Не знаю уж почему, но к матчу реваншу Ботвинник переехал домой. Поэтому этот психологический заряд оказался холостым. Это первая причина моего поражения. Есть и вторая причина поражения. Ну, понимаете, я проиграл там 3 партии подряд в середине матча. А затем, наконец, это было раньше. Я проиграл 7-ю партию и, наконец, нашел карандаш. Удачный карандаш. Вы не представляете, что такое для шахматиста удачный карандаш. И вот мне удалось после этого выиграть 1 партию подряд. И я был совершенно убежден в том, что перелом в матче не за горами. Но, к сожалению, после этого я заболел. Самый обыкновенный грипп, имевший необычайно тяжелые последствия. Дело в том, что когда я пришел на следующую партию, этого карандаша не оказалось.
неизвестны. Ясно, что поклонник Михаила Моисеевича унес этот карандаш. Ну и вы сами понимаете, что доигрывать матч я уже был не в состоянии. Совершенно ясно. Ну вот, насколько сказать, это мои версии. Пожалуй, полностью объясняющие истоки моего поражения. Ну а если говорить серьезно, то вы знаете, просто все или подавляющее большинство претензий по поводу неблагоприятного для нас с вами итога матча 1961 года нужно адресовать Михаилу Моисеевичу Ботвиннику. Он настолько великолепно подготовился к матчу, он настолько, так сказать, трансформировал свою манеру игры. Вот к этой трансформации, к новому, по существу новому Ботвиннику, который был моим соперником в 1961 году, хотя и в 60-м году он прекрасно играл, я оказался абсолютно неподготовленный. Просто я проиграл матч 61-го года, потому что Ботвинник играл сильнее, и он выиграл этот матч. Популярность ведущих шахматистов у нас в стране ничуть не меньше известности ведущих артистов или ученых. Почему же практически нет в нашей прессе попыток поделиться своим видением проблем перестройки шахматистами вами лично? Проблемы перестройки, естественно, существуют. И в шахматах они имеют колоссальное значение. В шахматах, во всем спорте. Вы понимаете, сказать, я буду говорить именно о шахматах, потому что эта область мне гораздо ближе. Ведь до достаточно недавнего времени за вполне более чем благополучным фасадом у нас 10 лет был великолепный шахматный король Анатолий Евгеньевич Карпов, который прекрасно, с честью, с триумфом отстаивал свое звание. Подрос Гарри Кимович Каспаров. И вот, начиная с 1984 года, Карпов и Каспаров, а затем, как я уже говорил, Каспаров и Карпов, это два атланта, что ли, которые поддерживают репутацию советских шахмат. Да, есть Карпов, есть такой чемпион мира, великолепно. Есть Каспаров, чемпион мира, великолепно. Оба наших советских гроссмейстера, значит, у нас все в порядке. А на самом деле ведь, в общем-то, это немножко видимость порядка, это видимость благополучия. И многие результаты доказывают это. Скажем, последняя шахматная олимпиада в Абу-Даби, где советская сборная, выступая в удивительном составе, Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Артур Юсупов, Рафаэл Ваганян, Андрей Соколов, то есть пятерка сильнейших шахматистов мира, с колоссальным трудом и не без большой доли счастья, простого счастья, сумела взять те медали, которые, казалось, были бы забронированы, которые, казалось, были забронированы за нами давно. Я еще помню то далекое время, вот когда каждый выезд советского шахматиста на международный турнир одного или командой, это была очередная прогулка за медалями, очередная прогулка за наградами, прогулка за призами, но призы были меньше, чем сейчас. Ну, не в этом же дело. И, сказать, на шахматы перестали обращать большое внимание. Ну, какая разница, член какого профсоюза станет чемпионом мира? Ботвинник, Смыслов, Петросян, Спасский, Таль. Ну, это, в конце концов, наше внутреннее дело, пускай выясняют сами. Появился Роберт Фишер. Шахматы перекочевали с последних полос газет на первые полосы, потому что это перестало быть внутренним делом, это стало международным делом. Короткий взлет Фишера, блестящий совершенно взлет, привел к тому, что вот советские шахматисты оказались в роли догоняющей стороны. Надо было отвоевывать звание чемпиона мира. Я не знаю, как бы закончился матч 1975 года. Не знаю, как бы закончился. И Карпов не знает, как бы закончился. Но как бы то ни было, Фишер отказался от звания, и снова шахматная корона оказалась в нашей стране. Вроде бы снова все нормально. Затем два матча на первенство мира с Корчным,
Ну, сначала это был очень острый, очень напряженный, очень нервный матч в Багио. А Карпов продолжал прогрессировать. Годы Корчнова давали знать о себе. И последний матч уже был в какой-то степени формальностью. Значит, все в порядке. Значит, советские шахматисты весьма и весьма благополучны. И вот поэтому внимание шахматам уделялось примерно столько же, сколько они заслуживают, ну, по своему алфавитному положению в системе спортлото. Не то 47-е, не то 48-е место. Сказать, нужна шахматная литература? Да, конечно, вам нужна шахматная литература. Но ведь впереди вас альпинизм, атлетика, баскетбол, борьба классическая, борьба дзюдо, борьба вольная. Да шахмат просто весь лес вырубили. Это одна проблема. Проблема другая. Иногда принимались, ну, волевые решения. Ну, вам, конечно же, знакомо такое словосочетание. Есть мнение. И вот эта магическая формулировка явилась причиной того, причиной многих, в общем-то, не совсем понятных решений. Скажем, вдруг выяснилось, что в шахматы можно играть, разрешается играть вот не то до 25, не то до 26 лет. Ну, вроде бы это художественная гимнастика. Дальше как-то мышцы теряют эластичность, и человек перестает соображать. Понимаете, огромное количество шахматистов, хороших шахматистов, мастеров, находящихся в глубинке, они перестали, потеряли возможность тренироваться, они потеряли возможность встречаться друг с другом, поскольку соревнования подобного рода были признаны ничего не дающими. Спартакиада народов СССР – это тот смотр ведущих шахматных сил нашей страны, который всегда превращался в настоящий не только турнир, но настоящий праздник, настоящий форум, где молодые шахматисты могли встречаться с нашими маститыми гроссмейстерами, сказать, охотно с ними делились опытом, молодые с нами охотно делились задором, превратились в нечто вроде смотра школьной художественной самодеятельности, потому что возрастной ценз соблюдался очень и очень свято. Да, спору нет, чемпионаты Советского Союза должны быть шахматным праздником. И, конечно же, было бы крайне желательно, чтобы по возможности все сильнейшие советские шахматисты, которые получили возможности, которые сумели завоевать право играть в чемпионате Советского Союза, были бы там представлены. Я просто расскажу случай, который произошел со мной. Это было года два-три тому назад. Мне захотелось сыграть в чемпионате Советского Союза. Я звоню в Москву одному из руководителей нашей шахматной федерации. Вы знаете, вот я бы хотел сыграть в чемпионате Советского Союза. Миша, вы это серьезно? Ну, может быть, не привыкли к тому, что я серьезно разговариваю вообще. Сказал, вроде бы да. Но вы знаете, что в турнире, играет только Белявский, но он вообще во всех турнирах играет. Ну, в конце концов, меня уговорили, что не надо играть, там, чье-то место занимать. Я не играл в турнире. И через две недели после начала я прочел гневную статью гроссмейстера Суэтина о том, что, вот, дескать, чемпионат Советского Союза, он должен быть, а стал. И вся, острие Филиппики была направлена против самых злостных неигральщиков, это Смыслова и Таля. Значит, ну, вот они не играют, и вот этот не играет, и тот не играет. Ну, ясно, что в следующем чемпионате просто общественное мнение заставляет играть. Прекрасно. Следующий чемпионат Советского Союза надо играть. Но выясняется, что следующий чемпионат Советского Союза – это зональный турнир на первенство мира. А я уже получил право играть в межзональном турнире. Другими словами, если играю в турнире Таль, если играю в турнире Смыслов, если играю в турнире еще X, Y, Z, которые имеют право играть в межзональном турнире, то для остальных просто там на три места остается два кандидата. Таких примеров может быть очень много. Эти примеры есть и в Советской шахматной федерации, и в советской шахматной жизни. Они есть в международной шахматной жизни. И вот одним из признаков, одним из предвестников, так сказать, реальной перестройки в шахматах является то, что в прошлом году, так сказать, сначала на международном уровне,
Потом уже, так сказать, как эхо в нашей стране, были созданы Международная ассоциация гроссмейстеров, которая сейчас уже достаточно активно функционирует. Вот, а у нас это все, так сказать, идет с гораздо большим скрипом, но нам очень хочется где-то в будущем, и желательно, так сказать, не столь уж отдаленном будущем, дождаться и активно дождаться того момента, когда мы будем праздновать создание Союза шахматистов СССР. Вот создание такого настоящего творческого, настоящего профессионального, не надо бояться этого слова, профессионального союза шахматистов, шахматных деятелей, шахматных судей, шахматных тренеров, шахматных авторов, шахматного издательства, это будет залогом того, что наши шахматы идут на верный путь, и нам, так сказать, нужно, можно показывать не только фасад, но и все великолепное наше здание. По правилам Международной шахматной федерации, все соревнования начинаются с того, что раздается удар гонга. И вот сейчас главная редакция спортивных программ ударом гонга берет право хода себе и предлагает вам посмотреть фрагменты фильмов 27-28-летней давности. Это, как вы уже догадались, матч Михаила Ботвинника, безусловного и бесспорного в то время лидера советских и мировых шахмат, с Михаилом Талем. Талем, которому было всего-навсего 24 года. Реакция публики понятна. По возрасту отец играл с сыном. Такого в истории шахмат до этого еще не случалось. И молодость одержала победу. Цветы, поздравления, лавровый венок чемпиона, которого удостаиваются за всю историю единицы гроссмейстеров. А затем Таля встречала буквально вся Рига. И из железнодорожного вагона его вынесли на руках и несли по перрону, а потом в воздух поднялась та машина, в которую Михаил Таль сел. Уважение к ее пассажиру было оказано безмерное. И вот сейчас, Михаил Нехимович, скажите честно, может быть, головушка тогда немножко закружилась? А если да, то как переживать победу? Честно говоря, я не думаю, что был, так сказать, тогда вульгарный случай звездной болезни. Дело в том, что, так сказать, мне очень нравилось и нравится играть. Мне очень нравилось и нравится выигрывать. Но играть мне все-таки нравится больше. И нравилось тогда тоже. Мы уже немножко говорили на эту тему, что вот, к матчу 1961 года я оказался подготовленный значительно хуже Михаила Моисеевича Ботвинника. Короче, если бы молодость знала, если бы старость могла. Но как раз меня, так сказать, моя шахматная судьба очень баловала на самые неожиданные результаты. И, вы знаете, так сказать, это не кокетство, но мне кажется, удавалось, в общем-то, как-то переносить и приятные, и неприятные удары судьбы достаточно спокойно. Удачи же бывают совершенно разные. Скажем, не очень запоминается партии, важные в спортивном отношении. Вот, скажем, последняя 21-я партия матча с Ботвинником 60-го года, после которой я стал чемпионом. 21-я партия матча реванша, после которой я сменил свое звание, может быть, на менее звучное, но значительно более надежное. Я стал экс-чемпионом мира по шахматам. Но есть партии, которые оставили, пожалуй, еще более глубокий след. Это партии, в которых либо тебе удалось провести что-то интересное, что-то необычное, это партии, в которых тоже удалось твоему противнику. Я сейчас очень доволен тем, что мне удалось стать лауреатом шахматного информатора. В последнем номере опубликованы результаты конкурса. И по итогам этого конкурса моя партия с исландским гроссмейстером Йоханом Хьяртерсоном, кстати говоря,
участником претендентского цикла, признана лучшей. Понимаете, такие успехи радуют. И я, в общем-то, абсолютно ничего криминального, зазорного не вижу в том, что я искренне и вслух радуюсь этому. Уважаемый гроссмейстер, чемпион мира в своих выступлениях открыто провозглашает сторонником перестройки. Карпов также открыто говорит о том, что Каспаров притворяется. Где правда? Ну, я думаю, что вообще, так сказать, и Гарри Каспаров, и Анатолий Карпов великолепно проявили себя за шахматной, проявили и проявляют себя за шахматной доской. На почве публицистики, на почве диспута их успехи несколько меньше. Академик Абалкин совсем недавно сам был гостем или хозяином, считайте, как удобнее, концертной студии Останкино. И, отвечая на сложнейшие вопросы о сегодняшней экономике, он однажды прибегнул к шахматной терминологии. В общем-то, ничего удивительного, потому что Леонид Иванович и сам очень неплохо играет в шахматы, и президент Всероссийской шахматной федерации, самой крупной в нашей стране. Леонид Иванович, а теперь какой вопрос или какие вопросы вы могли бы задать Михаилу Тарю? Как вы смотрите на шахматы, ну, не в чисто их спортивном, профессиональном значении, а именно как на явление человеческой культуры? Как вы видите эстетическую ценность шахмат, их роль в воспитании эстетических чувств у людей, и, может быть, даже этических качеств? Ну, собственно говоря, ведь точной дефиницией, точного определения, что такое шахматы, до сих пор не существует. Более того, так сказать, сторонники каждого из разных направлений постоянно находят или воспроизводят доводы, которые должны, так сказать, помочь им оказаться правыми. Шахматы, отдых, да, бесспорно. Бесспорно отдых. Да, шахматы – это наука, во многом наука. И не случайно Ботвинник был долгие годы знаменосцем и советских, и мировых шахмат. И не случайно шахматами, так сказать, увлеклись кибернетики. И не случайно сейчас, вот сегодня как раз здесь, на студии телевидения, я получил приглашение на фестиваль компьютеров, здесь меня нашли просто, который будет проходить в Улан-Удэ. Да, шахматы во многом это наука. Но шахматы – это и спорт, это тоже совершенно ясно. Чемпионаты, победы, поражения, медали, призы, там все что угодно. Но спорт, только ли это спорт? Понимаете, если ты сегодня спросишь у, ну, человека, знающего хорошо шахматы, как закончился международный турнир в Голландии в 1938 году, Абра-турнир. Ну, может быть, вспомнят, что вот первое и второе место – в этом турнире разделили молодые гроссмейстеры Пауль Керрис и Ройбен Файн. Но а кто был третьим? Думать. А сколько очков набрал победитель? Мало кто ответит. Но если вы спросите любителя шахмата, а вот чем знаменит, вот чем для вас запомнился турнир, Авро-турнир в Голландии, то очень многие ответят. Ботвинник Капабланка. Партия Ботвинника-Павланка. И не потому, что молодой советский гроссмейстер обыграл великолепного экс-чемпиона мира. И не потому, что проигрыши Капабланки тогда тоже были сенсацией. А просто комбинация, весь вся партия была настолько великолепной, настолько красивой, настолько логичной и эффектной одновременно, что такая партия не может остается в памяти очень надолго. Именно поэтому сейчас, так сказать, есть
понятие вечно зеленая партия, бессмертная партия. Шахматы очень популярны в среде работников нашей культуры, работников искусства. Не так уж далеко отсюда, в зале Цедри, полвека тому назад проходил матч между двумя выдающимися, хорошими шахматистами, но выдающимися музыкантами, Сергеем Сергеевичем Прокофьевым и Давидом Федоровичем Ойстрахом. И партии этого матча, так сказать, они публиковались в прессе, партии действительно сыгранные на уровне. Знаете, шахматы, так сказать, очень многие сравнивают шахматы с математикой. Ну, так принято такое расхожее мнение, что вот шахматист, он должен быть математикой. Эта аналогия, так сказать, у меня лично особого энтузиазма не вызывает. Ну, а мне гораздо ближе сопоставление шахмат с музыкой. Во всяком случае, просматривая партии Ботвинника, я чувствую какую-то фундаментальность Баха, где ни одной ноты нельзя убавить без того, чтобы конструкция не рисковала развалиться. Плавность и глубина Чайковского Смыслова. Элегантность Кереса Шопена. Виртуозность Петросяна Листа. Ну, понимаете, так сказать, ассоциации и все. Ничего тут с этим не поделаешь. Сегодня в богатом мире, когда есть электроника, когда есть уйма иностранных языков, живых, мертвых и еще не родившихся, когда есть фигурное катание, можно прожить без шахмат. Но поверьте, человек без шахмат все-таки будет чувствовать себя где-то в чем-то обделенным. Ну, а поскольку академик Абалкин воспользовался шахматным термином, говоря о важных экономических проблемах, то мне не хочется оставаться в долгу и скажу, что в шахматный обиход уже вошли и термины, взятые из экономики. В частности, бригадный подряд во время матчей на первенство мира. Позвольте задать вам несколько неожиданный вопрос. Каково ваше отношение к Корчному? Не как к шахматисту, а просто как к человеку. Сейчас мы в жизни несколько пересматривали проблему деятелей культуры, невозвращенцев, диссидентов. Примеры Тарковский и даже Ростропович. Не входит в круг этих таких людей и Корчной. Может быть, в отношении этого человека нашей пропагандой был допущен перегиб. Товарищ Горбаневский задает вопрос, журналист товарищ Горбаневский. Ну, вы знаете, дело в том, что, сказать, Корчной никогда в жизни никогда не провозглашал себя, так сказать, активным врагом нашей страны. Он уехал и, в общем-то, это не слишком тщательно скрывал в силу неудовлетворенных спортивных амбиций. Да, во время матча Корчного с Карповым, матча, который проходил в Москве, в колонном зале Дома Союза, если мне память не изменяет, большинство зрителей, многие очень зрителей, желали победы Карпову. Но, так сказать, было в силу совершенно естественных причин. Молодой человек появился, человек, который, так сказать, по общему мнению, имел больше шансов на успех с Фишером, чем тот же Корчной, который ни раз, ни два говорил о том, что против Фишера, так сказать, делать нечего. Да, так сказать, наша шахматная пресса была слишком суровой, слишком жестокой по отношению к нему. Во всяком случае, административные меры за высказывание своей точки зрения в печати – это вещь никого не украшающая. Но реакция Корчного тоже была неадекватной. Он уехал. И более того, затем, на протяжении нескольких лет, просто, так сказать, очень некрасиво отзывался, так сказать, ну, и о советских шахматистах вообще, и о советских гроссмейстерах конкретно, в частности. Но время шло. Постепенно спортивные амбиции гроссмейстера шли на убыль. И нужно сказать, что акции Корчного как человека очень резко поднялись после известного случая 1983 года, когда Международная шахматная федерация присудила Корчному, то есть не Международная шахматная федерация, а президент Международной шахматной федерации господин Кампаранос присудил Корчному, как и Рибли, победу против, соответственно, Каспарова и Смыслова, а затем общественное мнение так подействовало. Рибли, кстати, ничего не имел против такого результата. А вот Корчной был готов и охотно согласился сыграть матч с тем, чтобы победитель этого матча определился за доской. И вот тогда
сказать, акции Корчнова как человека резко пошли вверх. Сейчас мы с Корчным встречаемся достаточно часто. Он по-прежнему является одним из сильнейших гроссмейстеров Запада, но чемпионом мира, скорее всего, не будет. И прекрасно это знает. И я должен сказать, что вот сейчас среди многочисленных высказываний Корчнова, выступлений, его интервью, ты не найдешь ни одного плохого, некорректного слова по отношению к советским шахматистам. Да, он к одному шахматисту он относится с большей симпатией, к другому шахматисту относится с меньшей симпатией. Но это абсолютно, так сказать, по-человечески и никакой политической подоплеки не несет. Не кажется ли вам, что в матчах на первенство мира играют команды, а не отдельные шахматисты? Да, вы знаете, тоже иначе как с грустью не вспомнишь вот то время, когда мы играли с Михаилом Моисеевичем Ботвинником. Но вы понимаете, сейчас предаваться ностальгии по этому поводу было бы, по-моему, неуместно. Дело в том, что вторая половина 20 века, сейчас такое количество шахматной информации, которое одному шахматисту, так сказать, самому мудреному, самому знающему, переварить под силу невозможно. И вот когда мы говорим об этих бригадах, об этих штабах, да, это, конечно, где-то, так сказать, с точки зрения шахматного рыцарства, это не самый удачный выход из положения. Но то ли еще будет. Когда появятся настоящие компьютеры, которыми уже многие обзавелись, вот тогда это просто, сказать, штаб-квартира будет напоминать какой-то склад готовой продукции. Это факт. Ничего, и ничего с этим не поделаешь. Вы видите здесь Михаила Таля в моменты шахматной игры. В моменты самого высокого напряжения, которое только может испытывать шахматист. И пусть длится каждая партия 5 часов, напряжение это редко ослабевает. Нужно максимальное внимание. Нужна концентрация всей воли. Наконец, надо разгадать замыслы соперника, осуществить свои. Не случайно говорят, что шахматы – это один из самых трудоемких, самых энергоемких видов спорта из всех существующих в мире. За вид Таля во время партии его не раз называли самыми страшными прозвищами. Пират из Риги, разбойник с большой дороги. А когда он выигрывал, казалось бы, не совсем выигранные партии, его называли Сречка Сречковичем, что в переводе с сербско-хорватского означает «любимец счастья». Потом его называли гипнотизером, потом еще. Но вот сейчас мы все можем убедиться, и сам гроссмейстер это увидит, что во время обдумывания партии он, кажется, иногда говорит самому себе не самые лестные слова. Так вот, очень хотелось бы узнать, Михаил Нахимович, что вы сами себе говорите во время партии? Что вы думаете себе в эти минуты, в эти часы борьбы? Всегда ли вы хорошо о себе думаете? И вообще, во время партии вы думаете только о шахматах или о чем-нибудь еще? Ведь кроме вас, ни один человек в мире ответить на эти вопросы не может. Мое филологическое образование не дает мне оснований полностью цитировать свои внутренние монологи. Монологи бывают самыми разными. Ну, скажем, вот партия, зрителями которой мы были вместе с вами, партия с Бентом Ларсеном, она складывалась довольно спокойно, и в этой партии все было подцензурно. Ну, бывает и по-другому. Что же касается, над чем думает шахматист во время партии, ну, есть, так сказать, очень много историй на этот случай, на эту тему, самые разные. Вот у меня было два таких случая. В одном я был, так сказать, активной стороной, в другом пассивной. Если не возражаете, я просто их припомню. Первый случай, совсем я молодой, совсем молодой рижский мастер. Начало 57-го года, предпоследний тур чемпионата страны. Я играю с опытным шахматистом Ратмиром Холмовым. Мне нужно набрать 1,5 очка из 2, чтобы стать гроссмейстером и при случае чемпионом страны.
Сегодня я играю черными с Холмовым, завтра белыми с Толушем. Шахматист очень активный, настоящий рыцарь без страха и упрека. И мы решаем сегодня играть спокойно, аккуратно, тем более, что у Холмова, так сказать, ни белыми, ни черными не выиграть. Это было ясно. А вот а завтра, так сказать, бросить судьбе, дать судьбе бой. Ну, у Холмова позиция примерно такая же. Ему тоже надо набрать полтора из двух, чтобы стать гроссмейстером. Но сегодня он играет белыми с Сталем, мальчиками из Риги, а завтра он играет черными с Бронштейном. Но ему тоже было ясно, как набирать эти полтора из двух. И вот с этими, так сказать, не совсем совпадающими намерениями мы пришли на игру. Партия развивалась довольно спокойно. Спустя там ходов 27-28 я посчитал, что позиция абсолютно ничейная, абсолютно пресная. И таким голосом, так сказать, придав ему побольше металла, сказал: простите, вы согласны на ничью? В ответ последовало такое резкое «нет», и Холмов задумался. Ну, минут пять это терпел спокойно. Потом я начал как-то нервничать. Ну, я не вижу, над чем, собственно, в этой позиции думать. А Холмов думает. Значит, есть над чем думать. Минут через 10 я начал беспокоиться серьезнее. Минут через 15 я уже с ужасом смотрел на эту позицию. И минут через 20 внутренне созрело решение. Не дожидаясь просто этого акта, капитулировать самому, чтобы ход не был сделан. Ну, вот эти мои жуткие мысли прервал сам Ратмир Дмитриевич. Он посмотрел на меня и сказал: ничья. Я сказал, по-моему, спасибо. Начали анализировать. И вот мы дошли до заключительной позиции. Я, так сказать, попросил извинения за нескромность. Сказал: Ратмир Дмитриевич, а над чем вы сейчас думали? Я думал над тем, как я завтра у Бронштейна выигрываю черными буду. Ну, вот такие варианты есть. Понимаете, ну, так сказать, иногда, так сказать, время уходит на то, что ругаешь себя. Вот, скажем, сейчас на турнире в Брюсселе, как раз во время партии, которую я играл с Наном, это третья из серии моих поражений, я вдруг, так сказать, без всякой к тому связи, обнаружил, что накануне в партии с Тимоном у меня был просто элементарный форсированный выигрыш. И вот я смотрел на доску, где была запечатлена партия с Наном, а думал о партии с Тимоном. Такой сеанс одновременной игры, как правило, в гроссмейстерских турнирах безнаказанно не проходит. Честь короны шахматы на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Сталем 10 партий, преферанс в очко и на бильярде. Сталь сказал: такой не подведет. Я знаю о вашем добром отношении с Владимиром Высоцким и хотел бы услышать, что вы можете об этом рассказать, и попутно, как деталь, как вы относитесь к упомянутым забавам, отнимающим время у шахматистов? Преферанс, бильярд, насчет очка мне говорить трудно. Во-первых, я должен сказать, что мне посчастливилось быть познакомиться с очень молодым артистом театра на Таганке, Володей, но о том, что он Владимир Семенович, мы узнали попозже. Это был 63-й год. Это был как раз матч на первенстве мира Ботвинник-Петросян, когда я был комментатором газеты «Советский спорт». Сначала мы встречались достаточно часто. Потом, значит, он катался, я катался. Но добрые отношения, так сказать, не прерывались вплоть до того жуткого момента, когда мы, находясь на сборе в Новогорске, в Олимпийской Москве, узнали о трагической смерти Володи. Что же касается песни, ну, мы с ним, по-моему, пару партий в шахматы мы сыграли. Это было. А вот насчет преферанса, очка и бильярда этого не было. Ну, хотя, сказать, во все три игры я иногда играю.
Но в бильярде, по-моему, лет за 30 я один шар. По-моему, это мой личный рекорд. Ну, к играм я отношусь совсем неплохо, потому что во время соревнований, перед соревнованием, после интенсивной нагрузки, нагрузки умственной, нагрузки психологической, нагрузки нервной, нужна разрядка. Это, в конце концов, так сказать, личное дело. Что же касается бильярда, то я, в общем-то, не совсем понимаю, а почему бы не провести, скажем, мемориал Владимира Владимировича Маяковского. Наш великий поэт очень любил эту игру. Что же касается происхождения этих строк, то при всем добром отношении Владимира Семеновича я никоим образом не просился туда, а попал только из-за фамилии. Не разваливается ли, по вашему мнению, Фиде? Нет, не разваливается, хотя и скрипит. Передались ли ваши шахматные гены вашим детям? Да нет, вы знаете, потому что, по-моему, один шахматист в семье – это уже перебор. Это мое глубокое убеждение. Ну вот, у меня, так сказать, и сын, и дочка, они знают, что такое шахматы, умеют в них играть, или, по крайней мере, считают, что умеют. Но характер дочки не позволяет ей добиться больших шахматных, спортивных, вернее, успехов. Когда она проигрывает, она почему-то хохочет. Так не пойдет. Уважаемый гроссмейстер, сколько процентов от приза за первое место по блицу среди гроссмейстеров осталось у вас после всех вычетов? Когда, как вы предполагаете, Госкомспорт перестанет запускать лапу в карман к нашим гроссмейстерам? На второй вопрос мне было бы ответить проще, когда мы закроем карман. А насчет, сколько процентов от приза за первое место по блицу среди гроссмейстеров осталось у вас после всех вычетов, ну, это вопрос довольно серьезный, вопрос довольно принципиальный. Дело в том, что, так сказать, причем у нас был опубликован размер первого приза. Но после этого мне появиться нельзя, так сказать, одолжи пару тысяч на бедность. Вот, ну и попытки объяснить, что это не так просто сделать, поскольку у меня уже попросили это, причем попросили, так сказать, достаточно убедительно. Я должен сказать, что вообще сценка вручения этого приза была довольно забавной. Она, может быть, рисует то, что раньше называлось их нравы. Два лауреата чемпионата мира, так называемого чемпионата мира по молниеносной игре в Сент-Джоне, Рафаэль Ваганян и я, мы получили чеки и в сопровождении телохранителей, ну, иначе нельзя, там на Диком Западе, пришли в назначенное время к банку, значит, с чеком. Дама, ведающая, значит, выплатой чеков, как-то очень странно нас смотрела, пошла к начальнику. Потом вернулась и сказала: а у вас документы есть? Мы сказали: вот наши паспорта, нет, еще нужно. Как? Ну так каждый придет и скажет, что вот ему подавай 50 тысяч, а ему 10. Ну, посмотрев на меня, она сказала: вот вам бы, например, я долларов 200 бы доверила еще. Посмотрела на Ваганяна и сказала: а вам 500. Значит, а там было, соответственно, 50 и 10 тысяч. Кроме того, вообще подобные суммы у нас в банке не держат, сказала она, потому что тут много грабителей ходят. Ну, в общем, короче говоря, приз этот вручали нам часов 5. Вмешались представители консульства. Телефонные переговоры с тем, что мы именно это те, за кого себя выдаем, при всем при том, что директор банка сам внимательно следил по телевидению за ходом матча, в котором играла вот эти оба заинтересованных в нем лица. Мы получили приз. Этот приз был заперт в моей комнате вместе со мной. Поэтому в этот вечер я не мог выйти из Монреаля погулять, а на следующий день этот приз был благополучно доставлен в Москву.
Здесь он нашел хозяина. Товарищи, я не ответил на вопрос. Мне тоже досталось процентов 15. Ваши любимые певица, певец, группа, советские и зарубежные. Если можно, конкретно. Ну а как же еще? Вот я всегда очень боюсь вот этого «самый», слова «самый». Понимаете, слово «самый» – это вот тот самый единственный победитель, прошедший четвертьфинал и полуфинал. Мы настолько устали от этих отборочных соревнований за шахматной доской, то хотя бы в конкурсе самого не нужно. Мне, например, очень нравится Алла Пугачева. Очень нравится. Сказать, очень своеобразная, очень спорная. С ней можно соглашаться. Ее можно принимать, ее можно не принимать, но ее нельзя спутать. Ее нельзя спутать ни с кем. Вот из современной нашей эстрады мне она очень нравится. А дальше я старомоден. Вы знаете, вот, Битлзы были, вот они мне очень и очень нравятся. Вот, сказать, я с удовольствием слушаю хорошую музыку. Сегодня одного направления, завтра другого направления. Может быть, сказать, потому что я был свидетелем одного концерта, это было на закрытии чемпионата Советского Союза в Баку, когда молодой студент Бакинской консерватории Муслим Магомаев сидел за роялем и все закрытие пел и оперные вещи, и, так сказать, более легкий репертуар. Я с той поры сохранил свое очень доброе к нему отношение. Так сказать, я, как называет себя иногда Бент Ларсен, прогрессивный ретроград. Скажите, пожалуйста, что заставило вас, шахматиста мировой десятки, стать секундантом Карпова в матче с Корчным? Просто в то время, особенно в матче, который проходил в Багио, страсти и не шахматные страсти были накалены до того, что мы себе не могли представить, как последствия, если чемпионом мира вдруг станет не советский шахматист, а активный антисоветский шахматист. Понимаете, и совершенно не исключено, что в этом случае, так сказать, ну, сейчас можно улыбаться по этому поводу, но мы тогда не были стопроцентно уверены, что шахматы не будут объявлены лжеигрой. Понимаете, такая возможность существовала, и существовала, поверьте мне, достаточно реально. И я вспоминаю, когда счет стал 5-5, ну, действительно, у всех настроение было ужасное, потому что мы уже были на чемоданах, мы решали, как ехать в Буэнос-Айрес на Олимпиаду, заезжая в Москву или не заезжая. Это было при счете 5-2. При счете 5-5 мы думали о том, как бы вообще добраться до Москвы. Понимаете, и руководитель нашей делегации, Виктор Давыдович Батуринский, он глотал одну сердечную таблетку за другой и говорит, как я посмотрю в глаза своим товарищам по ЖЭКу. Это вы сейчас смеетесь. Постоянные звонки. Вы понимаете, обстановка была предельно нервная. И да, мы были очень рады, что в какой-то степени помогли Карпову, помогли советским шахматам отстоять свое звание в борьбе против, мы тогда это совершенно искренне считали, злейшего врага советских шахмат. Михаил Нехимович, Стронгин, литератор, местный. Я хочу вам такой вопрос задать. Вот появится такой человек, который обладает блестящими компьютерными способностями, будет считать, не за такими ли шахматистами будет будущее. Вы знаете, если человек будет считать так же быстро, как компьютер, то это значит, что-то не в порядке с нашей электронной техникой. Каждому свое. Михаил Никитич, Евгений Догоморецкий, заместитель директора детской спортивной школы. Расскажите немножко вот о последних годах жизни сейчас, находясь за границей, Бориса Васильевича Спасского. Борис Васильевич Спасский, выдающийся советский гроссмейстер, женатый на француженке русского происхождения, это последнее время играет в шахматы меньше. Очень жалко, что он не бывает в Советском Союзе. Но, увы, работники спорткомитета СССР, работники шахматной федерации СССР, я имею в виду прошлые годы, сделали все от себя зависящее, чтобы Борис Васильевич, чтобы ему не хотелось, или как можно меньше хотелось приезжать в Советский Союз. Он очень хотел играть на спартакиадах народов СССР, он очень хотел играть на
на всесоюзных турнирах. Но оказывалось, что он был не нужен. А кульминация была перед матчем века. Матчем века, который был не только и не столько спортивным соревнованием, сколько праздником советских шахмат, сколько выставкой советских шахмат. И вот экс-чемпиону мира, выдающемуся советскому гроссмейстру, не нашлось места среди ведущей десятки. Смешно? Смешно. Нелепо? Нелепо. Грустно? Очень грустно. И вот сейчас Борис Спасский возглавляет команду Франции. Но его опыт, его авторитет привели к тому, что некогда дремавшая шахматная жизнь во Франции сейчас очень активна. Что французы уже, по-моему, со времен Наполеона они так активно не выступали. Сейчас они играют успешно в Олимпиадах, попали в Кубок мира. И вот что делает один человек. Нам остается очень жалеть о том, что Борис Спасский, стал вторым шахматистом Франции после Александра Алехина. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста. Последние два тура, в скобках 8 и 9, прошли в исключительно напряженной борьбе. Заканчивая, в кавычках, первый тайм турнира. Да. Нет, первый тайм. Да. Участники борются вовсю. Вот и, так, под шум телевизора, не написав заранее ни одного слова, вы диктуете обычно свои обзоры с шахматных соревнований в газеты. Вот точно так же, без предварительных наметок, были продиктованы вами статьи в журнал «Огонек», и вы стали литературным лауреатом этого очень популярного и, в общем-то, очень почетного издания. Скажите, пожалуйста, что доставляет вам все-таки большую радость? Первый приз, даже большой, крупный, на очередном турнире, или вот такое признание ваших литературных возможностей? В свое время Михаил Моисеевич Ботвинник говорил, что когда он занимается электротехникой, он отдыхает от шахмат и наоборот. Примерно тоже можно сказать и о моих, так сказать, отдельных журналистских опусах. Впрочем, о том, как меня редактируют на турнирах, мы уже говорили. В редакциях меня правят ничуть не меньше. Вот, но как раз поскольку вопрос был задан моим соавтором, Яковом Владимировичем Дамским, то он прекрасно знает, как много работы приходится выполнять играющему со мной черными. Михаил Нехимович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь... гипнозу в шахматах, к роде гипноза в шахматах. И вот вас Фишер в свое время обвинял, что вы якобы его гипнотизируете. А здесь вот Карпов обвинял Каспарова, что его секунданты тоже гипнозом занимались, мешали ему играть. Ну, вы знаете, это, в общем-то, достаточно давняя история. В свое время еще об Эммануиле Ласкере говорили о том, то он гипнотизирует своих партнеров, потому что никакого более логического объяснения ошибкам, которые допускали эти уважаемые авторитетные гроссмейстеры, не находилось. Но сейчас на эту тему мне говорить достаточно сложно, поскольку мои спортивные результаты достаточно ярко показывают, что если я гипнотизер, то гипнотизер на пенсии, и реальной опасности окружающей среде, для окружающей среды не представляю. Что же касается, так сказать, гипнозов, взаимных гипнозов в матче Карпова-Каспарова, то, так сказать, я совершенно убежден, что гипнотизировать партнера, гипнотизировать шахматиста, находясь и напротив него, и в зрительном зале, на мой взгляд, это невозможно, если только партнер сам не захочет быть загипнотизированным. Ну, во всяком случае, многие шахматисты, с которыми я разговаривал, говорили, что им очень тяжело играть было с Фишером.
Очень тяжело играть с Висером. Не потому, что он гипнотизировал, так сказать. Такого варианта не было. Но просто Фишер играл с таким напором, с таким желанием победить, вот с такой волей к борьбе, что вот эти флюиды просто физически передавались, и ты, я имею в виду, так сказать, гроссмейстера X, Y, Z, они просто начинали ощущать какую-то неуверенность в своих силах. Учеваткин, город Лыткарино, младший научный сотрудник. Вот есть мнение, что между Карповым и Каспаровым и остальными шахматистами пропасть. Как вы думаете, на самом ли деле это так? И кто из существующих ныне шахматистов мог бы вмешаться в этот спор? Факт остается фактом. На последнем турнире в Кубке мира, который проходил в Брюсселе, в отсутствие Каспарова, Карпов уверенно занял первое место. Есть ли разница между шахматистами? Понимаете, строго говоря, вот сейчас на первом турнире Кубка мира в Брюсселе кворума, может быть, и не было. Не было Артура Юсупова, не было Найджела Шорта. Понимаете, это шахматисты, которых, в общем-то, считают возможными фаворитами в предстоящем цикле кандидатских турниров. Но сегодня, бесспорно, сказать, эту пропасть кто-нибудь перемахнет, это ясно. Но когда это случится? Думаю, что не раньше следующего цикла. Думаю, что, скорее всего, в матче 1990 года встретятся Гарри Каспаров и Анатолий Карпов, как бы они оба этого не хотели. Вот вы вскользь затронули очень важную тему – создание союза шахматистов. Я так понимаю, что этот вопрос связан с каким-то хозрасчетом. Ну, скажем, в футболе понятно. Днепр там приходит на стадион, болельщики платят там за билеты. А каким образом вы хотите это в шахматах осуществить? Скажем, для начала, абсолютно для начала. Вот если бы шахматист, каждый из шахматных гроссмейстеров, ведущих мастеров, дал по одному сеансу одновременной игры. И гонорар вот за этот сеанс просто перечислил бы вот фонд этой шахматной организации. Это первый ход. А дальше мы с удовольствием поделимся своими призами, своими гонорарами на международных турнирах. Но не куда-нибудь, а мы хотели бы знать, что это пойдет на развитие шахмат, на создание шахматного издательства, на создание новой шахматной книги, на помощь гроссмейстеру или мастеру, который уже по возрасту не может играть в турнире и которому просто нужно помочь хорошо жить. Понимаете, так сказать, у шахматистов этот союз должен будет решать важнейшие творческие и вместе с тем важнейшие профессиональные вопросы. Ассоциация гроссмейстер, да, правофланговые, да, ведущие, но желательно, чтобы это было всеобъемлюще. Сказать, простите, сказать, на более подробное изложение вот своих экономических концепций у меня не хватает эрудиции. Башаров, Москва. Я слева по борту, Михаил Ефимович. Я здесь. Объем корреспонденции, которую вы получаете, да. Имеются ли у вас помощники? Второй вопрос. Любимые фигуры в шахматах, которыми вы заставляете сложить оружие соперника? Анатомия дефицита секундантов, тренеров. Понимаете, все уже разобраны. Либо они за Каспарова, либо они за Карпова. Сказать, третьему не дано. Вот. Ну, а что же касается любимой фигуры, опять нужно употреблять превосходную степень. Самые. Я боюсь, у меня таких фигур не было. Впрочем, говорят, что стиль шахматный меняется. Злые языки утверждают, что раньше я любил ферзей жертвовать, а теперь я их меняю. Элемент спортивности в классических шахматах существенно больше, чем в игре по переписке. Значит, ежели вот вам ближе создание эстетических ценностей, то почему вы не играете, значит, по переписке? И это один вопрос. Второй вопрос. Задумывались ли вы о таком каком-то отдаленном будущем шахмат? И третий вопрос.
Как мне кажется, вы в очень хороших отношениях как с Каспаровым, так и с Карповым. Не делали ли вы попытки примирить обе стороны? Сразу отвечу на третий вопрос. Да, действительно, у меня хорошие отношения к Каспаровым и Карповым, но я еще лучше отношусь к Талю, поэтому этих попыток я не делал. Насчет переписки. Ну, вы понимаете, да, действительно, шахматы, как искусство, мне очень близки, мне ближе. Но, пожалуй, не очень близко именно ощущение партнера. Понимаете, ощущение соприкосновения с партнером. А вот когда, ты пишешь, все равно не получается. Кроме того, у меня ужасный почерк. Вот, в шахматах все-таки особая статья. Ведь шахматист во время партии находится в совершенно уникальном положении. Он автор, его сценарий, его либретто. Он исполнитель, он критик. Такое триединство. Очень не люблю играть в пустом зале. Зритель нужен. И, когда я в форме, шум в зрительном зале не нравится. Шум, значит, это реакция зрительного зала. Когда я не в форме, я чувствую просто это, я чувствую по своей реакции. Если это помехи, значит, я не в форме. Если это шум, значит, у меня что-то должно получиться. Будущее шахмат. Я не думаю, что шахматам грозит сколько-нибудь серьезная опасность. Хотя, конечно же, то обилие информации, информаторы, энциклопедии, бюллетени, партии, но это все делается для того, чтобы задурманить человеку голову. И вот, к сожалению, молодые шахматисты сейчас огромное внимание уделяют именно этой, фактологической, что ли, стороне дела. Вот варианты, варианты. Но я все-таки верю в фантазию. Пожалуйста. У меня два вопроса. Капитан Толпегин, военный журналист, город Чита. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, не проводятся крупные международные шахматные турниры в нашей стране? И что нужно сделать для того, чтобы они проводились в Советском Союзе? Вопрос второй. Что вы думаете о книгах Гарри Каспарова? Что это вообще за книги? И как скоро мы сможем их прочесть? Пожалуй, из соревнований подобного рода можно, смело назвать лишь турнир «Звезд» в Москве года 4 тому назад, примерно, когда Карпов занял первое место, Каспаров, разделил второе и третье, если мне память не изменяет. Это был действительно настоящий великолепный турнир. Проводятся хорошие турниры. Они собирают, как правило, хороший состав советских участников. Просто заманить туда самых сильных, самых ведущих шахматистов Запада оказывается делом сложным. Тут они находятся в достаточно щекотливом положении, потому что играть в турнирах с большим количеством советских участников – это, близкое общение с хищниками. А призы, тут немножко неадекватны вот тому риску, который испытывают гроссмейстеры. Поэтому очень многих крупных выдающихся западных шахматистов сюда не заманишь калача. Кстати говоря, я просто вспоминаю еще один случай. Случай действительно уникальный. Ведь когда планировался великолепный совершенно международный турнир 1967 года. Турнир был посвящен большому празднику, 50-летию октября. Турнир действительно должен был собрать очень сильный состав. Он собрал очень сильный состав. Но в этом турнире высказал готовность, высказал желание играть Фишер. И тогда руководство комитета призвало советских, маститых участников, Тиграна Вартановича, Василия Васильевича, Павла Петровича, Бориса Васильевича, Михаила Нехимовича. Что делать? Что делать? Конечно, это интересно. А вы гарантируете, что вы займете первое место? Кроме кивков в неопределенную сторону, мы ничего не могли сказать.
И поэтому был послан вежливый ответ, что да, к сожалению, мы, конечно, очень бы хотели видеть Фишера, но вот поскольку мы там играем чуть ли не каждую пятницу, солнце лишь спрячется, и в субботу играем, к сожалению, не получится. И вот знаете, вот раньше была какая-то совершенно очень странная привычка. Вот когда мы выезжали на турниры, мы выезжали на матчи в комитете физкультуры, тогда еще на Скатертном переулке, нам давали, значит, листок. Сначала ты не знал, что это такое, а потом выяснялось, что там было написано, что я такой-то, такой-то, там, паспортные данные, обязуюсь там либо занять первое место, либо выиграть матч. И надо было подписаться. Ну, я пару раз подписывался, так читал «Эмталь». После этого мне уже перестали давать эти доверенности, что ли. Вот такое тоже бывало. Вот, ну, и второй вопрос, простите, у нас был. Вы знаете, мне этот вопрос доводится, на этот вопрос доводится отвечать часто. Я знаком с книгами Каспарова. Очень хорошая, очень добротная шахматная книга. Очень глубокая, интересная, которую и анализировать приятно, и читать хорошо. Это испытание времени. Очень хороший шахматный анализ. И очень интересный анализ вообще в книге, посвященной двум матчам на первенство мира. Книги, которая недавно вышла в издательстве «Физкультура и спорт». Что же касается книги «Дитя перемен», то тут это отношение другое. Да, книга не удалась, определенно не удалась. Книга, в которой, где совершенно ясно, что человек писал то, что он чувствовал. Заподозрить в неискренности Каспарова совершенно нельзя. Мы разговаривали с Гарри Кимовичем на эту тему, и он абсолютно согласен с тем, или он сам пришел к этому выводу, что книга ему не удалась. Я объяснял, почему. Во-первых, этой книги на русском языке, строго говоря, не было. Он диктовал, причем диктовал, это был цейтнот, нужно было обязательно вот по горячим эмоциям успеть сказать все, что он думает о всех, ком он думает. Надо было сказать вовремя, до начала матча на первенство мира. И он говорил на английском языке, который он знает хорошо, но не лучше, чем выпускник Института иностранных языков. Он говорил человеку, который добросовестно записывал все, что он ему говорил. Сказать, нюансы пропадали. Эта книга была выпущена в условиях сильнейшего цейтнота. Матч в Севилье показал, что сильнейшие шахматисты мира в цейтнотах порой допускают непостижимые ошибки. А в литературе, особенно вот в такой литературе, публицистической, пожалуй, цейтнот иногда бывает не менее пагубен. И вот поэтому сейчас книга фрагментарно начала выходить на русском языке в издании «Глобус». И, насколько мне известно, в ближайшее время эта книга увидит свет, но в совершенно новом, исправленном издании. И, как сказал сам Каспаров, он в предисловии напишет, почему первое издание этой книги не получилось и как его нужно было исправлять. Вот тогда эта книга выйдет на русском языке, и тогда мы сможем с вами, прочитав эту книгу все вместе, обсуждать ее тоже все вместе. У меня вопрос несколько не шахматный. Виталий Тищенко, преподаватель МГУ. Ну, в жизни, как и у каждого человека, наверное, у вас тоже бывали и тяжелые дни, и, может быть, тяжелые периоды. Где, в каких уголках, что ли, памяти вы черпаете оптимизм, черпаете какие-то силы? Бог его знает, как эта кладовка работает. Иммунитета к таким вещам нет и быть не может. Сказать, всегда переживаешь это, как будто бы это случается в первый раз. Но, с другой стороны, ну, знаете, есть какая-то пословица, если тебе очень плохо сегодня, вспоминай, как тебе хорошо было вчера. Может быть, это и к шахматам имеет какое-то отношение, а ведь кроме вчера существует и завтра. И вот, к счастью, тут времени на зализывание ран не остается. Главное, что темп жизни, вот, темп выбранный, а точнее заданный темп, он не оставляет возможности заниматься самокопанием. Как вы оцениваете квалификацию, которая сейчас существует в нашей стране? Нужны ли какие-то перемены? Или все хорошо, никаких перемен не надо? Ну, понимаете, о выражении «все хорошо», по-моему, сейчас употребляется только в песне «Все хорошо, прекрасная маркиза». Сейчас действительно
Международные турниры стали чем-то вроде высокогорных катков, на которых можно было, сказать, очень легко завоевывать самые высокие шахматные звания. Были попытки борьбы с этим явлением, так еще в бытность мою редактора. Но редактором рижского журнала «Шахматы» ко мне пришла очень любопытная статья, значит, где предлагалось по-деловому, так сказать, ну что ли, по-настоящему поставить вопрос о том, что гроссмейстеров слишком много. И статья, по-моему, была заглавлена так: «Не пора ли начать отстрел гроссмейстеров?» Вот, ну, слава богу, до таких радикальных мер не дошли. Но вот сейчас действительно гроссмейстеров очень много. И не стоит ли подумать о том, что, так сказать, там гроссмейстер первой категории, гроссмейстер второй категории. По-видимому, сегодняшняя шахматная классификация нуждается в более, ну что ли, в большем числе ячеек, я бы так сказал. Мне так кажется. У меня вопрос следующий. Волков, экономист Москвы. Кто может быть следующим чемпионом мира по шахматам? Может быть, сегодня вообще сложно говорить о будущем чемпионе мира, поскольку пока мы вот с вами разговариваем на эту тему, этот чемпион вот сейчас только готовит уроки в школе. Есть очень талантливые ребята и у нас, и за рубежом. Это тот же Гат Акамский, тот же Вася Иванчук, Гельфанд, Алеша Широв из Риги. Есть очень много ребят, с которыми мы еще не знакомы. Но когда-нибудь новый чемпион мира будет. Назвать его конкретно я сейчас не берусь. Не кажется ли вам, что уступив или попросту продав полтора последних матча на первенство мира за рубеж, мы нанесли удар по престижу советских шахмат и не только шахмат? Нет, не кажется. В общем-то, советские шахматы, это факт, давно стали явлением абсолютно международным. И когда у одного много, а у другого немножко, то это не кража, а просто дележка, говорил один из героев сказок Абиталии. Конечно, и мне, и всем нам очень хотелось бы, чтобы Карпов и Каспаров были бы прописаны эстрадам Москвы, Ленинграда, может быть, других городов. Ну, когда я играл матч с Ботвинником после победы в первом матче, почему-то я все время, так сказать, возвращаюсь к этому матчу, обсуждались условия матча-реванша, и я робко высказал предположение, что половину матча вообще неплохо было бы провести в Риге, но половину матча я же не всю прошу. На меня посмотрели, ну, как будто я так, ну, по меньшей мере, покусился на основы. Сейчас времена меняются. В общем-то, участники матча, прошу прощения, не слишком расстроены были тем обстоятельством, что им пришлось выдерживать лондонский туман и сивильскую жару. В общем, руководители спорткомитета тоже, кажется, были не слишком расстроены этим обстоятельством. Севилья вроде бы тоже не в накладе осталась. А Лондон, вовремя переадресовав полномочия Ленинграду, да, пострадали немножко советские болельщики. Но пока на свете есть центральное телевидение, советские болельщики полностью обездоленными быть не могут. Из последних романов и повестей, вынутых из паспуда, какое потряс вас больше всего? Какую эволюцию совершило ваше литературное пристрастие? От детского Ильф Петров до... Простите, Ильф Петров остался тоже. Ну, здесь я буду не оригинален. Вот сейчас я, так сказать, вернувшись из Брюсселя, зачитываюсь Гроссманом. Просто сейчас на книги не остается времени, просто журналы, газеты. Это действительно безумно интересно, безумно интересно. Елена Книжник, 49-я школа. Известно, что Александр Алехин давал сеанс одновременной игры вслепую. А вы играли когда-нибудь вслепую? Я давал такой сеанс, это в документальном фильме есть. Фильм называется «Семь шагов за горизонт», если мне память не изменяет. Просто иногда приходилось так играть в силу объективных причин, скажем, на уроке, на лекциях в институте. Нас было трое ребят, мы составляли ядро шахматной секции нашего курса. Ну, понимаете, просто играть в шахматы неудобно, преподаватели могут неправильно понять.
Поэтому мы играли вслепую. Понемногу, так сказать, я улучшал свою игру. И вот уже бытность своего экс-чемпионом мира, я попал в Москве в больницу. Мне сделали операцию. На следующее утро я пришел в себя после наркоза. Ну, чувствую себя ничего. Ну, как себя чувствует человек на следующий день после операции? Тогда, так сказать, реанимационных отделений еще не было. Но я лежал в отдельной палате. И вдруг где-то рано утром стук в дверь. Ко мне заходят четверо, значит, моих сокойников, что ли, как это называется. Тоже в халатах. Товарищи по несчастью, здравствуйте. Здравствуйте, гроссмейстер, как мы рады видеть вас здесь. Ну, я что-то тоже сказал, типа, взаимно. Ну, вот не могли бы вы нам дать сеанс одновременной игры? Ну, я сказал, что нет, вы знаете, сеанс одновременной игры дать не могу, потому что, насколько я помню, там ходить надо, а вот с этим у меня не важно. Ну, что делать? Ну, палата была большой, они сели где-то там, а я начал играть по памяти. Ну, сеанс продолжался примерно час. Ну, я три партии выиграл, а в одной у меня было так, не очень хорошо. Потом пришел врач, разогнал всю эту команду. Значит, а партнера моего повели на какую-то процедуру, и мы, естественно, считали поражение. Поэтому первый мой сеанс прошел с таким успехом. Ну вот, представители Киевской студии научно-популярных фильмов прислали письмо в Шахматную федерацию. Вот не могли бы вы рекомендовать кого-нибудь, кто дал бы сеанс одновременной игры вслепую? Ну и на бланке Шахматной федерации СССР был составлен ответ примерно такого содержания. Вообще, такими глупостями у нас никто не занимается, попробуйте обратиться к Талю. Приехали они, значит, мы договорились до поры до времени держать этот сеанс в тайне. Я туда приехал и начал сеанс. Получится, не получится, никто ничего не узнает, ну, кроме, естественно, партнеров. Но их заставить замолчать было, наверное, нельзя. Вот, а получится, значит, войдет в кадр. Получилось. Но после этого я сеансов одновременной игры не даю, вслепую. Все-таки так лучше. Случалось, вас отставляли от международных турниров прямо у трапа самолета. Не пускали в турниры у нас в стране. Как вы реагировали на такое? Что вы думаете по поводу прав спортсменов в его отношениях со спорткомитетом на любом уровне? Ну, бывало и такое, правда, еще чаще я опаздывал на самолеты сам, без постороннего вмешательства. Ну, понимаете, в общем-то, тут во взаимоотношениях спортсмена с организацией, белыми играет организация, тут ничего не поделаешь. Начальственные вкусы, вещь достаточно переменчивая. Мне доводилось уже, так сказать, из уст весьма авторитетного физкультурного руководителя слышать фразу: ну, товарищ Сталин, согласитесь же с вами, сами, что вы бесперспективный шахматист, ну, пора это признать. Вот вы поезжаете домой, занимаетесь, работаете, ну, может быть, когда-нибудь мы вас и призовем. Ну, после этого, как вы знаете, это очень подействовало. Я после этого, по-моему, 70 партий, там, 70 или 73 не проигрывал. Хоть бы чаще мне об этом говорили. А вот сейчас какая-то политика пряника, она меньше стимулирует спортивные достижения. Понимаете, конечно, в общем-то, взаимоотношения, при которых на тебя смотрят, ну, как на объект, а не чьи в футболе. Вы понимаете, ну, так сказать, решают вопросы люди, в общем-то, достаточно некомпетентные. И вот создание, может быть, это уже становится каким-то рефреном, но вот создание творческих союзов, объединенных именно настоящими, профессиональными людьми, хорошо знающими свое дело и кровно заинтересованными в своем деле, это было бы лучшей защитной броней. Каспаров и Карпов рекламировали за рубежом компьютеры, фруктовые напитки и так далее. Фишер от этого наотрез отказывался. Чья позиция кажется вам более правильной? Но я думаю, что сегодня, так сказать, если тебе это нравится, то ты имеешь полное право рекламировать это все. А Фишер, в общем-то, как мне кажется, все-таки немножко старомоден. Впрочем, знаете, судить о Фишере крайне сложно. Это человек, скажем, беспредельно преданный шахматам. Хотя внешне, казалось бы, он преследует какие-то финансовые цели. Но, по сути дела, это крупнейший шахматный бессеребренник. И вот сегодня, так сказать, ну, Каспаров занимается рекламой компьютеров. Не случайно он предъявляется президентом компьютерного клуба. В общем-то,
Ничего предосудительного в рекламах я не вижу, хотя в олимпийском статусе об этой возможности не говорится. Известно, что один ваш коллега по шахматному трону во время турнира не стрижется, другой верит в счастливое число. В какие приметы верите вы, если, конечно, верю? Верю, но говорить об этом – это дурная примета. В чем выражается ваше недовольство собой? Чему учат вас неудачи? Ну, знаете, шахматист так устроен, что все, что найдено, найдено закономерно. Все, что потеряно, потеряно нелепо. И если турнир закончился неудачно, то виноваты все. Виновата погода, или слишком жарко, или слишком холодно. Виновата страна, или слишком правый строй, или уж какой-то архилевый. Виноваты судьи, виноваты фигуры. Конечно, виноваты партнеры, бесспорно, виноваты зрители. И никогда ни в чем ты сам не виноват. Это не только моя история болезни, это история болезни всех нас. Непомнящий инженер. Михаил Нехимович, в среде шахматных болельщиков к вам отношение однозначное. Ну, различается, может, только оттенок. Либо дружелюбие, либо дружелюбное восхищение. В связи с этим несколько неожиданный вопрос. Встречались ли на вашем жизненном пути люди, которых вы считали или, может быть, сейчас считаете своими врагами? Ну, понимаете, если бы таких людей не было, я бы чувствовал себя в чем-то обделенным. А так я себя достаточно хорошо чувствую. Собираетесь ли вы открыть свою школу? И как бы вы вели занятия в школе Таля? Я собираюсь открыть свою школу, тем более, что она открыта уже 3 года тому назад. Вот, занятия в школе Таллин, это школа гроссмейстеров, не совсем моя. Я пытаюсь сделать примерно то же самое, что делал Михаил Моисеевич, делает Гарри Кимович. Дорогие друзья, огромное спасибо. Спасибо. Нет и не может быть шахматных генералов без многомиллионной армии рядовых любителей. Михаил Таль.